Симпатичный, но на самом деле опасный лесной гость. На территории одного из садовых кооперативов в Пермском районе к людям вышел лисенок. По словам хозяев участка, на вид щенку 1,5–2 месяца. Люди прогонять животное не стали, сняли на видео и выложили ролик в сеть. Любите, мой хороший. Пей. Мотька тебя не обидит. Лисенок, судя по видео, чувствовал себя вполне уверенно. Гулял между грядками, пил воду из оставленной людьми тары и даже дался в руки хозяевам участка. Между тем, зоологи предупреждают, так вести себя с дикими животными категорически нельзя. Слишком дружелюбный зверь должен настораживать. Ветеринары напоминают, лисы могут быть переносчиками бешенства, смертельно опасной болезни. У животных встречается не только агрессивная форма бешенства, но и тихая форма бешенства. То есть как это выражено? Это выражено, что животное становится добрым, очень ласковым. То есть дикое животное, оно заведомо с человеком не может быть таким. Здоровые дикие животные всегда боятся людей. Призыв всех, ну, лучше вот никогда не брать никаких диких животных. Если это касается диких животных, нужно обращаться в Росприроднадзор.